Хочу сразу сказать, многие люди делают стерилизацию, чтобы изменить характер собаки. Я так не делала. Мне характер Фани нравится, ее активность, непоседливость, даже когда она рычит, бегает и сердится. То, что она любопытная, мне очень нравится. И для меня, наоборот, было бы страшно и неприятно, если бы она поменялась. Я надеюсь, что у нас этого не произойдет. Проблемы возникают во время течки. То, что Фаня не обороняется от кобелей, а наоборот к ним бежит, визжит и испытывает какую-то радость. Я, конечно, понимаю, что это природный процесс. Собака должна рожать щенков. Но так как у Фани не слишком хорошее здоровье и генетика, я решила не позволять ей рожать щенков, а сделать стерилизацию. Многие меня за это, конечно, осудят. Но рисковать здоровьем Фани я не готова. Я хочу, чтобы она прожила долгую счастливую жизнь, чем страдала из-за рождения щенков, мучилась родами. Для меня здоровье ее намного важнее. Также проблема возникает, когда идет течка, она плохо ест. И накормить ее совершенно невозможно, она убегает от еды. После стерилизации этого не должно быть. В общей сложности я за операцию заплатила 146 евро. За неделю мы делали анализы. Два анализа стоило нам еще 46. В стоимость операции вошло также две попоны, которые стоили по 14 евро. Сегодня я еще возьму одну, так как мы едем к врачу. Вот наш талончик. На 14:30 мы идем 19 числа и 27. У нас на улице очень влажно, поэтому возможно, что попона может намокнуть. У нас осталась одна, а это уже, которая сейчас в ванне, уже довольно грязновато. Я хочу ее переодеть. Также многие говорят, что сразу после операции собака много писала, и у нее боялись, что начнется недержание мочи. У нас этого нет. В туалет она сходила спустя сутки после операции. После визита к врачу я вам снова расскажу, как у нас обстоят со всем дела. Мы с Ваней находимся в клинике. Приехали на прием к врачу. Ваня должны посмотреть шов, все ли хорошо заживает, и сделать укол с антибиотиками. Ваня поиграет по регистратуре. Мы с Ваней в кабинете врача, ждем, пока врач пошел за уколом. Мы с Фаней дома. Попали быстро к врачу, так как в клинике не было очереди. Шов, сказали, заживает красиво. Ей его обработали, сделали укол антибиотиков. Я сама сегодня держала Фани. Обычно ее держит фельдшер, так как она сильно вырывается. На животе, сказали, появились какие-то гузики, но я не спросила, почему. Если до 27-го они не пройдут, то я спрошу у нашего лечащего врача. Взяли еще одну попону, так как Фаня повадилась попоны лизать. Синяя у нее уже вся мокрая. Мне пришлось переодеть ее вот эту. Эту мы брали как дополнительную. В кабинете нашего врача такой расцветки был не наш размер, и ей пришлось искать. Очень классно, кстати, в этой попонке Фаня выглядит. Сказали не давать ей бегать, прыгать и активно играть, чтобы она была менее активной. Я сейчас надеюсь, что после укола она будет более спокойная и сегодня поспит. Сейчас она уже заснула и спит. Пошли, 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 пошли. У нас прошло чуть меньше 4 суток после операции. Фаня спит хорошо, кушает тоже. Ест она сейчас консервы с кроликом. Ничего другого я ей не даю. Вчера вечером она обнаружила сухой корм под столом и начала у меня просить. Я ей его не дала, так как не знаю, можно ли ей сейчас сухой корм или нет. У ветеринара я вчера забыла об этом спросить. Гулять мы ходим с Фаней 2 раза в день по 10 минут, чтобы сделать свои дела.
Фанни спит на своей подушке. Она стала более активная. Пытается прыгать, бегать, играть, таскает игрушки. И зря ее похвалила насчет попоны. Несколько дней у нас прошло спокойно. А со вчерашнего дня она пытается ее развязать, снять, пытается добраться до раны, чтобы ее полизать, так как ранка ее беспокоит. Я ей этого делать не позволяю. Сегодня уже 5-е сутки после операции. Фаня пытается бегать, прыгать, играть с игрушками. Ее все сложнее и сложнее удержать на месте. Но по-прежнему она много спит. Я стараюсь им не давать много носиться и бегать, так как в ветеринарной клинике сказали, что эти 10 дней она должна быть менее активна. Сегодня 6-й день после операции. Очень сложно ее удержать на месте. Она куда-то всеми бежит, бегает, прыгает. Старается себя полизать, что делать категорически нельзя. Ну или спит у меня под боком. Если ее хоть оставить на минутку, она начинает либо носиться, либо снимать задних лап попону. Она этому уже научилась. Сейчас она уже успокоилась, набегалась и собирается поспать. Фаня спит как человек. Головку ложит на подушку, и я ее закрываю одеялом. Очень часто наши животные копируют наши позы, даже позы сна. Сегодня 7-й день после операции. Ночь у нас прошла беспокойно, так как Фаня перепутала день с ночью, я решила поиграть. С трудом мне удалось ее снова уложить. Вчерашний день она весь проспала, только проснулась вечером, когда было время еды и прогулки. Сейчас у нас уже утро, мы с Фаней погуляли. Фаня поигралась вот с этим вот пончиком. К сожалению, я не успела вам этого заснять, и сейчас снова собирается спать. Еды ей не хватает, так как один раз я давала сухой корм, второй раз я давала больше консервы. Сейчас я сухой корм опасаюсь давать, так как не спросила у врача, можно ли ей или нет. Поэтому не даю. Дала только несколько гранул попробовать нового сухого корма. И Фане он понравился. Поэтому уже купила этой же фирмы консерву с кроликом. Здесь 74% мяса. В магазине сказали, что консерву собаки едят хорошо. Я как открою, покажу, как выглядит консерва. Вот так вот выглядит консерва, которую я вчера Фане купила. Вчера вечером она ее ела с аппетитом, а сегодня утром она ее есть не хочет. Ночь у нас прошла спокойно. Фаня спала всю ночь, не ходила, не игралась, как было в прошлую ночь. Но когда я ее оставляю одну, она по-прежнему пытается развязать попону и добраться до шва. Мы уже с Фаней погуляли. Фаня на улице сделала все свои дела, а теперь спит. Сразу после улицы, как мы пришли, Фаню вырвало. Я не знаю, возможно, она съела какую-то травку. И, возможно, на это была реакция. Если вырвет ее еще раз, я позвоню в клинику и спрошу, на что это могло быть. И, скорее всего, нам придется поехать и сделать анализы. Но надеюсь, что все пройдет. Я не думаю, что это последствие могло быть операции, так как после операции уже у нас прошло 8 дней. Сегодня как раз 8-й день. После операции. У нас сегодня 9-й день после операции. Ночь сегодня прошла спокойно. Фаня спала до утра. Правда, вчера после вечерней прогулки она очень сильно бесилась, играла со мной, таскала игрушки. Консервы, которые я вам вчера показывала, Фаня есть не стала, и мне ее пришлось выбросить. Больше я их не буду покупать. Дала сегодня Фане консерву «Монге». И желток. Надеюсь, что она будет кушать. Правда, она 2-й день с утра очень плохо кушает. Мы с Фаней уже погуляли.
и Фанни собираются спать. Но перед этим я хочу ей переодеть попону и показать вам, как она выглядит. Дело в том, что в этой попоне Фанни ходит уже 4-й день, и уже время ее поменять. Эту попонку я купила, когда мы ездили на 3-й день в клинику сделать Фанни укол. Попонка выглядит вот таким вот образом. Вот эта вот часть идет к горлышку. Это к хвосту. Сюда вставляются лапки в дырочки и завязывается. Когда я смотрела подобные видео других блогеров и видела, какая у них сложная попона, я всегда задумывалась, как же ее будет сложно переодеть, если вдруг собака испачкается, развяжется или оторвет завязку. Но когда я увидела попонку, которую мне показал ветеринарный врач перед операцией, поняла, что я и сама смогу ее переодеть. Такие попоны в основном используют после полостных операций у домашних животных. Чтобы закрыть место шва, животное не могло дотянуться до шва и разлезать. Если животное разлежит шов, то время лечения шва увеличится. У нас на попоне есть вот такое уплотнение, в которое можно положить даже какой-то бинтик, если была сложная операция и будут какие-то выделения у животного. Но нам после операции никакого бинта не ложили. На первой попоне, на которой была одета Фанни, были пятна крови. Вот надеюсь, что сегодня их уже не будет, когда я ее буду переодевать. Все этикетки, естественно, нужно снять. И, кстати, в разных странах вид попоны может отличаться. Вот так вот выглядит у Фанни шов. Вот я Фанни переодела. На этот раз пятен крови нету. Шов заживает. У нас сегодня 10-й день после операции. Вчера весь день Фанни проспала. Ночь у нас прошла спокойно. Она также много спала. Кстати, вчера был интересный случай. Вечером, когда мы ходили гулять, я оставила проветрить балкон, комнату, и к нам залетела муха. И Фанни ее испугалась, от мухи пряталась. Потом, конечно, мы ее поймали. Но раньше она вот таких вот вещей не боялась. Под утро она сняла задние лапы свою попону, хотя завязки не были развязаны. Очень это странно. Мы сейчас уже погуляли, идем домой и будем кушать. У нас сегодня 11-й день после операции. День вчера у нас прошел спокойно. Фанни много спала. Я этому даже рада, так как когда животное много спит, оно быстрее восстанавливается после операции. Вечером она немножко поиграла. Несколько дней назад она нашла эту соску от молочной смеси и очень забавно с ней играет. Подкидывает, а потом сама же ловит. Если мне получится, я вам засниму и выложу в каком-нибудь из видео. Ночь у нас тоже прошла спокойно. Фанни спала всю ночь, закрутившись вот в этот пледик, на котором она сейчас лежит. Я вам видео показывала, как это выглядит. Попона у нас лап сегодня тоже не снимала, чему я очень рада, так как все эти 10 дней я переживала, что она может добраться до шва и перекусить нитку или разлезать шов. Но, слава богу, у нас это не произошло. Мы уже с Фанни погуляли, покушали, и теперь она спит. На 14:30 мы записаны к ветеринарному врачу. Ей сегодня должны снять нитки. Не знаю, будет ли дальше носить Фанни попону или уже не надо будет. Но я бы, наверное, хотела, чтобы она еще походила в попоне, так как я через 2 дня выхожу на работу. И не знаю, можно ли лизать будет вместо шва, так как я думаю, что оно будет чесаться и беспокоить ее. Я поговорю с ветеринарным врачом, и, наверное, я бы хотела, чтобы она еще несколько дней хотя бы походила в попоне. Снимать сегодня вам дорогу не буду, так как мы поедем на такси. У нас очень сильно идет дождь. Когда мы на прошлой неделе ездили на профилактический осмотр, я Фанню не одевала, просто закрутила в пледик. Так сделаю сегодня, так как не хочу лишний раз ее одевать, так как мне кажется, еще место шва очень чувствительно.
Фанни снова улеглась спать, улеглась на свою подушечку, которую я купила ей после операции. Подушечка очень классненькая. Фанни на ней может спать и вдоль, и поперек. Ей на ней очень удобно. Мне тоже она понравилась, скорее всего. В будущем я, наверное, не буду покупать лежанки, я буду покупать ей вот такие вот подушечки. Если Вайер скажет, что не нужно больше носить попону, я возьму ей вот такую вот одежду переодеться. Так как Фанни у меня мерзлячка, и ехать без попоны и только в одеяле она может замерзнуть. Но эта одежда у меня не закроет животик. У меня нет ни одной одежды, чтобы закрывала Фанни животик. Мы с Фанни поехали с клиники. Швы сняли, все хорошо. Попону сказали, можно не носить, только если она будет себя сильно лизать, тогда лучше одеть, чтобы она не разлизала, так как это не очень хорошо будет. Посмотрели по анальной железе и снова, так как я сказала, что она лижется, там все хорошо. Копится, но не так много. В следующий раз нам надо показаться ветеринару через месяц. Купили сухой корм от фирмы Бейткая с кроликом. Его нам посоветовал ветеринарный врач. Из-за карантина я опасаюсь, что корм может пропасть, поэтому я сейчас взяла вторую пачку. Когда поеду на осмотр в декабре или в январе, посмотрю, как у меня по графику получится поехать с Фанни к ветеринарному врачу. Возьму еще одну, буду уверена, что мне хватит на весь год, так как не хочу, чтобы он пропал, и мне пришлось снова искать. Этот корм Фанни ест хорошо. Купили 2 упаковки вкусняшек с говядиной. Я раньше покупала Фанни колбаски с ягненком. Они очень похожи на эти вкусняшки. Поэтому колбаски с ягненком я покупать больше не буду. А лучше буду брать вот эти вкусняшки. Взяла расческу, так как Фанни стала снова плохо расчесываться. А это очень мягенько и думаю, что ей понравится. Купили 2 новогодние игрушки. В новогодний подарок вот такого вот оленя прикольного. На него была скидка и... гномика. Таких у Фани еще не было. Нам дали 2 упаковки пробников Платиум. О этом корме я очень много слышала. И еще вот такой. Не знаю, будет или не будет. Ну, впрочем, посмотрим. Мне очень сложно было решиться на стерилизацию, так как Фани я очень люблю и не хотела ей навредить. А до этого у меня не было животных стерилизованных. И у меня не было с чем сравнить. Так как у Фани плохая наследственность, оставлять на природу вдруг пронесет, я не хотела. Поэтому я все же решилась и не жалею. Думаю, что дальше у нас все будет хорошо. Даже собак, которые рожали, щенков, это не спасает от онкологии. И после того, как собака перестает рожать, в возрасте 6-8 лет их тоже стерилизуют, чтобы не было онкологии. Так как если собака попадает к ветеринару с онкологией, ее спасти намного сложнее, чем просто провести операцию по стерилизации. Многие советуют сдавать каждые 3 месяца кровь, чтобы посмотреть, нет ли воспаления. Хорошо, а что дальше? Если оно есть, нужна срочная операция. Сдавая постоянно анализы, также не спасает животных от онкологии. Я вас не призываю стерилизовать своих животных. Это выбор каждого. Надо смотреть, изучая генетику, наследственность животного. Только хозяин сможет принять правильное решение. Как подготовиться к стерилизации? Лучше всего, чтобы стерилизацию сделать в той же самой клинике, которую посещаете. Но очень часто люди вместо ветеринарной клиники посещают ветеринарные кабинеты. В таких кабинетах нет операционных возможностей рентгена и эхоскопии. Поэтому людям, которые собираются своему животному делать плановую операцию, приходится искать другую ветеринарную клинику. Лучше всего ее искать по положительным отзывам в сети, списаться с людьми, которые посещают ветеринарную клинику и сможет рассказать о ней. И желательно посетить ее, чтобы понять, сможете ли вы доверять свое животное незнакомым людям или нет. После того, как вы определитесь с ветеринарной клиникой, в которой будут делать операции, вам нужно обсудить ход операции с ветеринарным врачом. Он вам и скажет, какие нужно сдать анализы. Мы сдавали биохимию и общеклинический анализ. Кардиограммы сердца мы не делали. Но если животное в возрасте, то лучше сделать кардиограмму сердца, чтобы не было никаких осложнений во время операции.
После операции врач расскажет, как нужно ухаживать, так как где-то 10 дней животные восстанавливаются после операции. На животное одевают попону. Попонки выглядят вот таким вот образом. У нас их 3. Так как Фаня все время себя лизала, и я время от времени их меняла и стирала. Если вы уверены, что вам хватит одной, то можете взять одну. Но я бы советовала взять хотя бы 2, чтобы была возможность сменить. Также животные любят откусывать эти веревочки. У меня Фаня все время пыталась откусить веревочку, которая возле хвоста. Нам сейчас эти попоны будут не нужны. Я их постираю и уберу, так как думаю, что у Фани жизнь длинная. А по истечению 2 лет у нее было уже 3 операции. Возможно, они нам пригодятся, а возможно, нет. Пусть лежат. Чаще всего есть такая примета, если их положишь лежать, то больше ничего серьезного с ней не случится. В клинику нужно взять плед с собой, так как после наркоза животное будет знобить, и его надо укутать во что-то. Я забыла, поэтому покупала в магазине Икея. Также в клинику можно взять переноску и пеленки. И пеленку положить в переноску, так как некоторые собаки после стерилизации писаются. У нас этого не было. Фаня пописала спустя 2 сутки. Поэтому пеленки это тоже индивидуально. Очень зависит от лекарств, которые ей кололи во время операции. Что я не предусмотрела? Так как моя собака привыкла все дела делать на улице, нам приходилось каждый день гулять по 2 раза. По 10 минут. Но у нас все комбинезоны застегиваются на пузике. И нет, чтобы полностью закрыли живот. Поэтому лучше всего, если у вас планируется операция, заказать комбинезон для девочки, чтобы он закрывал весь животик. И не дай бог не попала грязь в рану, так как мыть собаку нельзя 10 дней. Так как намочить шов очень опасно. И после операции собаку нельзя купать около месяца. Видео у нас получилось очень длинным, немножко даже затянутым. Хотелось показать все моменты, как Фаня восстанавливалась после операции. Я старалась хоть чуть-чуть заснять каждый день. Также хотелось показать, что ничего страшного в этом нет. Надеюсь, что дальше у нас все будет хорошо со здоровьем. Я сниму видео где-то через 3 месяца и расскажу, как изменилась Фаня, изменился ли характер. Хотя чаще всего говорят, что характер не меняется, собака останется такой, как была. У меня она гиперактивная, значит, такой она должна и остаться. Но говорят, что устаканится одно настроение, не будет таких перепадов. Как это происходит, не знаю, поэтому месяца через 3 я выпущу такое видео, как поменялась собака. Сама, когда планировала стерилизацию, искала подобных видео, но не нашла. Поэтому вот планирую его снять и рассказать для тех людей, которые переживают за животное и боятся этой операции, но которым она необходима. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался. А мы с вами очень любим. Желаем вам крепкого здоровья и ждем в следующих видео.